Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, только с одной командой, где сегодня мы будем рассматривать, как побывать в Солнечной системе, вообще, как ее создать, да, ребята, вы даже создать ее сможете, и просто-напросто, как насладиться космосом, Млечным Путем и многими другими планетами. Все это вы сможете увидеть сегодня в этой серии, но, как обычно, ребята, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Я придумал новую фишечку, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, чтобы у нас с вами больше не было никаких недоразумений, чтобы все же серия выходила тогда, когда мы наберем нужное количество лайков, чтобы вы не зряли, чтобы вы зря не ждали, и чтобы вы просто-напросто знали 100%, когда выйдет новая серия. Для этого я сделал себе небольшие условия. Об этом я подробно расскажу потом в обычном видео, но сейчас небольшая такая предыстория. Если сегодня мы наберем 700 лайков, неважно, если это видео вышло сейчас, но сегодня это будет завтра, короче. Если сегодня мы наберем 700 лайков, то я вам даю слово то, что завтра выйдет следующая серия без модов. Не послезавтра. То есть, если мы в один день будем набирать нужное количество лайков, которые я скажу, и на следующий день будет сразу же выходить следующая серия. Если этого не будет, знаете, ребята, что я буду делать? Вы просто-напросто мне можете написать в течение следующего дня. Вы просто-напросто можете мне написать, мол, Эдисон, мы вчера набрали нужное количество лайков, сегодня этот день уже подходит к концу, серии нету. Если действительно такое произойдет, что серия не выйдет, я бесплатно вам ВКонтакте добавлю вас в друзья, распишусь вам на стенке, сделаю вам сигну или подарю вам бесплатный подарок. Это будет для меня такой небольшой ультиматум, чтобы я просто-напросто не ленился и чтобы вы 100% знали, когда выйдет новая серия. Поэтому, ребята, давайте сделаем так. Если сегодня мы наберем 700 лайков на вот этой серии без модов, то завтра выйдет следующая серия. Если она завтра не выйдет, прям все, ребята, вот вы все, прям, если завтра в течение дня не выйдет следующая серия без модов, бегите ко мне в сообщение ВКонтакте и выпрашивайте подарки, сигны и все другое, потому что я буду вам это должен. Если нет, то... Но все же, я надеюсь, этого не произойдет. Ребята, я надеюсь, что вы поняли. Это такой... Ну... Чтобы мы друг друга понимали. Если набралось, значит завтра выйдет серия. Если не вышла серия, Эдисон, гони сюда подарочки ВКонтакте, добавляй друзья и пиши там роспись на стене. Ну это тоже небольшой такой презентик от меня и небольшой ультиматум тоже для меня. И лайки с вас, я надеюсь. Также, ребята, просто-напросто не забываем оставлять свои комментарии. Я отвечаю на вопросы их подписчиков. Вот сейчас много людей пошло, которые проверяют меня. Я думаю, Эдисон не ответит на этот комментарий, пишут, а я вам... Все, не отвечу, ладно, но тем самым уже отвечаю на комментарии. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я прям тебя, чувак, прошу подписаться. Я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь. А мы, ребята, приступаем и будем начинать с того, как создать свою Солнечную систему. А потом рассмотрим вот эту. Потому что в этой серии мы рассмотрим и команду, и карту, где вы можете это все посмотреть и насладиться. В первую очередь мы рассмотрим команду. Ну что, ребята, мы приступаем, и сейчас мы рассмотрим, как же создать свою Солнечную систему. Как обычно, это очень просто. Все, что нам нужно, это просто выдать себе в первую очередь командный блок. Тут ничего сложного. Выдаем, сразу же ставим на землю, пишем сюда команду. Это команда включает в себя две команды, то есть... Это что-то новенькое, да? То есть видно, что большая команда. Дальше подсоединяем. Подсоединяем, чтобы просто-напросто запустить. Она, в принципе, офигеть, как долго строится. Это реально очень даже долго, но за процессом можно посмотреть. И появляется второй командный блок. Даже тут уже написано, мол, нужно ввести следующую команду. Точнее, вторую по счету. Ее мы также вводим, ссылочка на эти команды есть в описании, прямо на две команды, на карту, которую мы рассмотрим позже. Вы можете просто скопировать и создать свою Солнечную систему и просто-напросто побывать такой некой владыкой, посмотреть, о, я король Солнечной системы, я ее создал, я ее могу уничтожить в любой момент. И просто-напросто насладиться вообще Млечным Путем в самом Майнкрафте, это офигеть, если честно.
И вроде да, все в чат написал, мол, все создано. Тут вы можете нажать на это, и вот эта вся схема пропадет. Сюда вы можете нажать, и ничего не произойдет. И сюда вы можете нажать и получить необходимые предметы. Книжечку, уничтожить солнечную систему и заспавнить солнечную систему. Давайте, ребята, мы сразу же попытаемся. Я не знаю, почему я так. Но все же создаем солнце. Вот оно, ребята, солнце. Прям пукан у него загорелся, как не знаю кто. А если мы встанем, центр солнца, вот видите, все уже потемнело. Вот уже астероиды, метеориты появились. Вот видите, вот такие темные точечки. А если мы вообще зайдем в солнце, если мы в него встанем, то вокруг нас начнут появляться планеты. Давайте рассмотрим. Я, если честно, не представляю, что это такое, потому что, ну, поэтому не очень поймешь, что это за планета, да, по кубику. Но все же, где тут Земля? Вот где тут Земля? Вот это, наверное, Марс, да? Красный песок, это, наверное, Марс. Или вот это Марс. А дальше, если мы еще раз так станем, где есть еще что-то. Фиг его знает, честно. Юпитеры, может, Сатурны там. Ну, всякое такое. Но все же выглядит, ну, очень круто. Эта команда не занимает много всего. Вы просто-напросто можете создать вот такое развлекательное шоу у себя дома где-то, да. Например, у вас там летсплей. Или просто-напросто вы играете в какой-то одиночке. И сделать солнечную систему, да. Просто-напросто показывать своим друзьям. Вот. Иди сюда, у меня есть крутое развлечение. Да, у тебя там горки там американские, все такое. А у меня дома есть собственная солнечная система. Где-то там даже на балконе, под стеклом, когда будет ночь, звезды на небе, вы можете просто-напросто подойти и показать своему другу, мол, вот, дружище, смотри, что у меня творится на крыше. Прям целый космос у меня на крыше, на моем доме. И, если честно, это даже будет очень прикольно выглядеть. Давайте мы уничтожим солнечную систему и поднимем ее выше, да, чтобы она не была вот так на земле, а была где-то вверху. Давайте создадим тут один блок, сет, чтобы просто-напросто создать вот эту солнечную систему. Давайте, допустим, stone, вот, кто не знал, так можно создавать блок в небе, не нужно просто, ну, только нубы вот так будут строить, да, блоки. Если вы более так продвинутые, то можно уже вот так создавать, кто не знал. И давайте вот тут, опа. И давайте мы прямиком переместимся в космос. Как вы спросите? А вот так, ребята, смотрите. Просто-напросто с этой командой убавляем на минимум дистанцию. И мы прям реально в космосе находимся. Мы прям реально в космосе. Давайте войдем в солнце и заспавним все планеты, которые... Что за хрень там пипкает у меня в телевизоре? Кто-то матерится нафиг. Вы можете войти в солнце и просто-напросто заспавнить все планеты, которые будут кружлять вокруг вас. Если мы просто-напросто спустимся вниз, то там обычный мир какой-то страшненький, да, то есть дистанция все уменьшилась, но все же, если мы обратно поднимемся, то мы сможем... Ух, как это красиво снизу выглядит, Вот она, ребята, солнечная система. Реально очень круто. Вот это мне действительно очень нравится. Ребята, ссылочка на вот эту небольшую такую команду развлекательную находится в описании. Заходите и пользуйтесь. А сейчас мы приступаем к самой карте, где мы познакомимся лучше. А, нет, давайте еще почитаем. Там у нас же какая-то книжечка была. Давайте почитаем. Ага. 10. Ребят, я извиняюсь, если тут будут какие-то английские переводы, будут. Ну, англичанин с меня никакой, но хотя бы базовый уровень я попытаюсь что-то перевести. Вот у нас есть планеты. Меркурий, Венус, Земля, не знаю, где она там. Марс, Юпитер, вот это желтенькое не очень так выглядит. Сатурн, да, вот просто на белом фоне желтое не очень. Уранус, да, Нептун и настройки. Настройки — это тоже, ребята, новая планета. Давайте посмотрим. Меркурий, светло-серая планета, где может быть минус 173 градуса. Охренеть, минус 173, это офигеть, как там холодно должно быть. Мне бы туда, да, потому что жара меня уже задолбала. Это первая планета, которая находится в
вблизи от Солнца, да? Только на Меркурии... ни хрена себе. Один день на Меркурии длится 80... Один год на Меркурии длится 88 дней? Офигеть, это круто. Дальше. Венус. Ну, я буду так читать, как оно пишется, да, Венус. А эта планета названа в честь богини любви и обаяния красоты, да? Один год на этой планете проходит 224 дня, да? Если на Земле, если я не ошибаюсь, 364, если я прям вообще нифига не забыл, 364 даже, то на Меркурии, сколько там на Меркурии, 88 дней, а на Венусе, Венере, да, вот вроде Венера, а не Венус, ну, как тут пишется, 224 дня. Это темно-оранжевая планета, да, цвет ее. Дальше у нас Земля. Земля. Это планета, где мы живем и дышим. Она содержит воду и также спутник, да, то есть Луну, да, которая там написана, не видно, то есть в этой команде ее не добавили. Один год на этой планете. Один год. Ну ладно, чувак захотел пошутить что-то. Марс. Красная планета. Люди говорят, что она может, что на ней может присутствовать жизнь. Ну, вот эти все НАСА там, да, говорят, что на ней может присутствовать вода. Ну, это, ребята, может, мы и узнаем, действительно ли есть вода на Марсе, но, как говорится, не в то время мы родились. Если бы мы родились на 100-200 лет позже, то, мне кажется, уже бы были там... Такси, такси, кому нужно такси до Марса, 200 рублей прокачу с ветерком, Вася, не заметишь. Ну, было бы вот так. А сейчас, ну, не в то время мы родились, да, ребята. Дальше, шестое, это Юпитер. Самая большая планета в Млечном Пути, да. Также она имеет большие кольца вокруг нее. Не видно, ну, не видно как бы вот тут, в самой команде, да. Дальше. Сатурн. Вот это желтое, это хреново читается. Тоже очень большая планета, также содержит большие кольца вокруг нее. Ни хрена себе, Сатурн в 95 раз больше Земли. Офигеть просто. Дальше, Уран. Урал. Урал, да, Урал нафиг. Как читается Уранус, да, то есть я буду читать так, как в моде написано по-английски. Голубенькая планета, light blue, да, голубенькая, светло-синяя планета, это одна из самых холодных планет. Она имеет, в основном она имеет только лед и горы, да, то есть, можно и так сказать. Дальше, Нептун, ни хрена себе, Нептун, красивая темно-синяя планета. В 15 раз больше Земли. Это его самая любимая планета. Чувак, я тебя поздравляю, честно, кто создал эту команду. Ага, и две команды из Minecraft. Дестрой. Все. Мы убили Солнце. Мы убили Солнце, ребята, да. Сейчас уже можно вернуть дистанцию. И мы, ребята, возвращаемся к самой карте. Посмотрим, что же там для нас приготовили. Ну вот, ребята, мы вернулись на эту карту. Также ссылочка на нее скачивания есть в описании, заходите и качайте. Что мы тут видим? Давайте, ребята, посмотрим. Мы можем прям залететь в солнце, остановить его, выключить, можно это выключить солнце, охренеть просто. И посмотреть, как Земля с Луной тут. Ух, нифига себе, она даже выглядит... А, у меня это на максимуме. Твою мать. Я какой арабский там... не то нажал просто. Да, яркость у меня на максимуме, но все же. Земля и где... Вот она, ребята, вот она, Луна. Очень даже круто детализировано. Ну, конечно, не круглая, но это же Майнкрафт. Тут, в принципе, круглого не должно быть. Давайте опять включим солнце и посмотрим, как круто движется Земля и Луна вокруг Земли. Вот такая небольшая карта, которая, в принципе, набросана. Можно даже использовать, я не знаю, как в какой-то синематографичном видео, да, где вам нужно просто сделать что-то наподобие, там, Земля, Солнце. Ну и просто-напросто тоже развлечься. В первом
В первой части этого видео я показал, как создать свою солнечную систему, где можно немного просто-напросто развлечься. А вот тут я вам, ребята, показываю, как просто насладиться землей и солнцем. Но это еще не все. Давайте я веду вам небольшую команду и посмотрим, что же произойдет. Что же мы сделаем? Scoreboard, Players, Set, ваше имя, Follow, 1. И вы можете наблюдать, как перемещается земля. Ну, я не знаю, то есть, давайте вот так. Ох, вообще так, в уменьшенном виде. А ну, давайте наоборот. Во. Солнце немного галюны свои пускает там, но все же. Давайте поставим обратно на нормальный уровень, вот так. И давайте выключим вот это. Также смотри, что вы можете включить. Вы можете показывать направление. А вам может показываться направление, как, по какой траектории летит Земля и Луна. То есть, о, нифига себе, это что за хрень такая? Солнце у меня в инвентаре, круто. Если мы ведем 2, то, да, ребята, вам показывается, по какой траектории летит Земля и по какой траектории вокруг Земли движется Луна, да? А если мы вообще отойдем на небольшое расстояние, то давайте посмотрим, какая красота получается. Потому что это реально очень даже круто. Офигеть, прям какой-то цветочек, что ли. Ну, прикольно. А если мы ведем 3, то это все начнет пропадать, да, вот так стирать. Все по чуть-чуть. 4 что-то есть? Нет, 4 нету. Ничего. Ладно, ребята, мы, в принципе, на этом уже будем заканчивать. Я надеюсь, то, что вам это видео понравилось. Оно такое немного обучающее, да, то есть может вы там запомнили что-то, может даже в школе будете хвалиться, мол, там на Венера, это там самая холодная планета, или какая там самая холодная планета, на ней там год длится 244 дня, если я запомнил, да, ну просто я крутой, да. Но все же, ребята, я надеюсь, то, что вам это понравилось. Не забываем, ребята, если сейчас мы наберем 700 лайков, даже не сейчас, давайте так, хоть когда, если, например, сейчас мы не наберем, а наберем через 3 дня, значит, если через 3 дня мы наберем 700 лайков, то на 4-й день выйдет следующая серия без модов. Если серия не выйдет, значит, вы мне пишите ВКонтакте, мол, Эдисон, ты не выполнил свое обещание, гони мне подарок, сигнал, лайк, подпись, роспись на стене. Это, ребята, специально я для вас сделал. В принципе, я не скажу, что это что-то многое стоит, да, и что я вам там подарок подарю, или то, что я вас друзья добавлю, или свою подпись, да, на стене у вас оставлю. Это, в принципе, многое вам не даст, но зато это отдельная мотивация для меня, чтобы делать больше видео, чтобы выпускать их в срок. Также вы будете на 1000000% уверены, когда выйдет следующая часть, следующее видео. Это для вас небольшой такой график, то есть вы будете знать, если, например, видео вышло в пятницу, да, допустим, серия Пиксельмона вышла в пятницу, за пятницу, субботу мы набрали 1000 лайков, то вы будете знать 100%, что следующая серия Пиксельмона выйдет в воскресенье. Если не выйдет воскресенье до конца воскресенья, вы просто-напросто пишите мне ВКонтакте с доказательством, мол, Эдисон, ты сам говорил, что если мы не наберем 1000 лайков, но серия не выйдет, чтобы мы тебе написали ВКонтакте, если это так, то гони нам подарки. Ребята, честное слово, это так и будет, я вам прям сейчас честное слово говорю. Это я специально так придумал, чтобы было, ну, и график, и подарки, и просто общение с подписчиками. Ребята, также не забываем оставлять свои комментарии. Не проверяйте меня, действительно ли я на них отвечаю, просто-напросто. Если имеете что-то спросить, то спрашивайте. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Также, ребята, подписываемся на мой канал. Я прям рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Вам же не трудно, но, ребята, ну, пожалуйста, ну, подпишитесь. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.